Здравствуйте. Хочу с вами поделиться моим полезным приобретением – индукционной печкой «Хилтон». Печка мне понадобилась для приготовления пищи на даче и дома в случае форс-мажора с подачей газа. Хотел купить обычную электроплитку, стал искать в гугле, какую лучше купить. И на глаза попалась индукционная печь. Преимущества с простой электроплиткой и даже газовой неоспоримы. Во-первых, экономичность. Существенно экономит электроэнергию. КПД нагрева индукционной печи равно 90%. Для сравнения, на стеклокерамике 50%, на газовой конфорке 60%. А КПД обычной электрической плитки не превышает 30%. Обычная плитка сначала разогревает защитный корпус, потом кастрюлю, при этом греет воздух. И только потом содержимое. Естественно, расход электроэнергии будет большой. В индукционной печи сразу идет разогрев содержимого посуды. Ну, то, чтобы погрузили. За счет индукционных токов, образуемых в посуде. Поэтому посуда должна быть ферромагнитными, обладать ферромагнитными свойствами. Проверить, годна ли ваша посуда для индукционной печи, можно магнитиком с холодильника, например. Ну вот показываю. Берем холодильник, магнитик, приклеили. Видите, магнитик держится, не падает. Значит, посуда обладает ферромагнитными свойствами. Вот. Ставим. Ну, для тестирования залил пол-литра воды. У меня просто тут литровой емкости не было. Вот я залил пол-литра воды. Так, и включаем. Вот, выставил на максимальную мощность 2 киловатта. Так. Засекаем время. При этом, как можно заметить, печь не греется. Видите, я к поверхности ставлю на поверхность кладу салфетку бумажную. Вот, и рука спокойно терпит, она абсолютно нормальная, температура комнатная. И бумага не воспаляется. Это хорошо, безопасно с точки зрения, если ребенок, не дай бог, коснется. Вот, то есть ничего не произойдет. Видите? Вот, касаюсь, нормально все. Ну, все характеристики подробно печки вы сможете найти в гугле, на печке Хилтон. Данная печь, тут есть режим, вода, суп, рис, что тут еще, жарить можно, поддержка температуры в этом самом, горячей воды, или супа. Подробнее посмотрите в гугле на тип этой печки. Там масса информации. Печь, из-за того, что она греет только содержимое посуды, вот видите, пластиковый корпус, это уже говорит о том, что разогрева корпуса не идет. То есть вы можете поставить ее на любую деревянную поверхность, вот закипела. Вот так начинает уже идти, но еще булек таких нету. Сейчас приближается. Так, 2 минуты 15 секунд. И то я пропустил. Так. Все. Печь выключится автоматически. Это просто вентилятор гонит воздух, поэтому шум идет, чтобы охладить печь. Вот, в принципе, на этом все. Рекомендую. Если вы хотите экономить электроэнергию, быстро и удобно готовить, то, как говорится, welcome.